Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyatamanuso Mahasabam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Yaduttamasroko Yaso Onogiyati Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyatamanuso Mahasabam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Yaduttamasroko Yaso Onogiyati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada сказал, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan – это единственный девиз Гаудия Матха. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada сказал, что Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan – это единственный девиз Гаудия Матха. Шрила Сарасвати Тхакур сказал, Шрила Прабхупад сказал, что это обязанность всех гурварги, рупануга гурварги, совершать санкиртан, непрерывный санкиртан. Это наша единственная обязанность, единственный путь, который принят рупануга гурварги. Как мы можем определить, что, кто именно является рупанугой? Шрила Прабхупад говорит, если вы найдете, что все время они совершают нам санкиртан, то будьте уверены, что они рупануги. Я могу привести пример из Бхагаватам, из Гарбхасамхиты и других писаний, что те, кто те настоящие гаудии, гаудии значит, что те, у кого есть связь с Радхарани, те, кто отдались полностью Радхарани, те, кто предались Радхарани, и можно найти, что те гопи, те в Раджаваси, они всегда повторяют славу Кришны, имя Кришны. И Акру, когда Удхав пришел, Акру пришел, они могли видеть, что такая же ситуация. This is the procedure, only procedure. Это такой путь. Это единственный путь, и вы можете определить, кто рупануга, кто не рупануга. And also yesterday I was discussing about this point. Я говорил об этом. That how to understand. Что, как понять, что кто совершает настоящий уединенный баджан? How to understand? Как понять? I told. Я сказал, что Шрила Прабхупад говорит, вот в этих словах я объяснял, когда через санкиртан, через непрерывный санкиртан, под руководством Рупануга Гурварги, если вы находите, что нет никакой сатсанги, никакого дурного общения, ничто не оскверняет ваше сердце, то тогда будьте уверены, что вы совершаете нирджан баджан. Среди тысячи преданных вы совершаете нирджан баджан. Шрила Прабхупад говорит так, и вот из этого можно спросить, что мы слышали, что Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, он совершал эксклюзивный уединенный баджан. Но мы видим, что Шрила Прабхупад делает все наоборот. Внешне можно видеть, что Шрила Прабхупад делает все наоборот. То, что делал его Гурудев. Но на самом деле это не так. Внешне можно найти, что Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж совершает уединенный баджан, но если у вас есть сила баджана, то вы сможете увидеть, что Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, он совершает санкиртан все время, и вся Гурварга, она присутствует с ним. Вместе с Гаур Нитайам Панчататва все время.
Гопишвана с Бабаджи Махараджем совершает санкиртан, но мы не видим, поскольку мы слепы. И Шрила Бабаджи Махарадж. Также, если кто-то брал разрешение от Шрилы Прабхупады, что у Прабхупады мы хотим увидеть лотосные стопы Вамшидас Бабаджи Махараджа, но Шрила Прабхупад говорил, нет, если вы пойдете к нему, вы не сможете понять его действия, вы неправильно поймете его. Поэтому лучше не ходите. И поэтому два дня назад я говорил об этом, что нужно держаться на безопасном расстоянии от чистых вайшнавов, поскольку вы можете найти какие-то недостатки в них, хотя их нет, и это будет причиной вашего падения. И поэтому Гуркишвар Дас Бабаджи Махарадж дал три наставления Шрилы Прабхупаде. Первое, не ходи в Кали Браманду. То есть ты не должен быть в Кали Браманде, находись со мной. И не пытайся принимать учеников, не принимай учеников. И таким образом, вот это и третье наставление. И не строй никаких храмов, но внешне мы видим, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, он нарушил все три его просьбы. И также я могу привести пример, что Наротам Такур, его Гурудев Локананда с Госвами. Вы все знаете, что он принял решение, что у меня не будет никаких учеников. И так или иначе, он был вынужден принять Наротама Такура. He was bound to accept this disciple. But Loknath Das Goswami doing a solitary bhajan, you see, same thing. И вот Локунат Госвами, он совершал санкиртан, он совершал уединенный баджан и все. Но внешне он совершал уединенный баджан, но он совершал санкиртан, и все спутники Махапрабху были с ним. И как это осознать, поскольку народ там так ушел в свою деревню Кхетури в тысячу миль. От своего Гурудева и установил какой-то матху. То есть он основал матху, у него было тысячи учеников, но внешне можно видеть, что это против воли Гурудева. Но те, кто по-настоящему совершают Рупануга Баджан, наша Рупануга Гурвага, они видят, что это имеет такое же значение. Как я говорил уже вам, что когда Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, то есть когда он говорит о себе, вот как говорится в этой шлоке, и Вриндавандас Такур говорит вещи совершенно другие. То есть можно сделать вывод, что у Вриндавандас Такура нет никакого смирения, а у Кришнадас Кавирадж наоборот очень много смирения, а наши гурвага они доказывают нам, что значение их слов оно одинаково, они все смиренны. И даже можно понять, что Вриндаван Дас Такур, он более милостив. То есть это не так просто понять с первого взгляда. И таким образом Наротам Дас Такур, у него было тысячи учеников, и только вот один Наротам случайно. Но значение их действий, оно одинаково правильно. Поскольку вот согласно этой шлоке, которую произнес Махарадж, то есть если все служат одной цели удовлетворения Шри
читание Махапрабху через их баджан. Kind of bhajan. Если они принимают учеников, это тоже их баджан. Kind of bhajan, они принимают учеников не для того, чтобы получить какое-то уважение и почет, а для служения Махапрабху. И поэтому Шрила Прабхупада сказала, я никогда не действовал против воли моего Гурудева. Я никогда не принимал учеников, они все мои гуру. Они дают мне возможность каждый раз совершать настоящий баджан. Они ведут меня, они дают мне возможность совершать баджан, совершать харикиртан. И поэтому я спасен, я в безопасности. Они мои, они всегда защищают меня. And I am not going to Kali Brahmanda. И я в Кали Брахманду никогда не ходил, поверьте мне. Gaudiya Mission, Gaudiya Math, Gaudiya Math, это не Кали Брахманда. Я иду в Gaudiya Math повторять Харинам, совершать Харинам Санкиртан, говорить Харикатху. I am totally following я полностью следую нашей Рупануга Гурварге, полностью без отклонений, поскольку у меня есть возможность говорить Харикатху там, в Калькутте, в Гаудия Миссии, в Гаудия Матхе. И поверьте мне, что на самом деле я не, никогда не был в Кали Брахманде, я был во Вриндаване. Sisi Radha Silagavinda the group actually is a Manu Sarang. This is quotation given by Rupa Goswami Pada. Is that this seva, this procedure, this situation is there inside. Ситуацию в состоянии Гаудия Матха, но мы глупые, мы не видим. In Gaudiya Math, the same procedure is being followed by our Gaudiya Guru Varga. You cannot see. They are doing seva, they are doing seva Radha Govinda under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu, under the guidance of Rupa Goswami Pada. Под руководством Рупа Госвами Пада. But if you have eyes, если у вас есть глаза, если у вас есть даршан, as it is. Того вещей так, таких, как они есть, то есть если вы видите, что вещи в своем истинном свете, но поскольку на нас влияет майя, мы не можем видеть вещи такими, какие они есть. И поэтому мы не видим вещей под влиянием майи, таких, каких они есть. То есть сейчас для нас это практически невозможно. Но Рупануга, Гурварга, они могут видеть вещи такие, какие они есть. Они видят, какое служение происходит в Гаудия Матхе. А другие люди, те, они не могут видеть. So much appearance as this, that what need? То есть они видят какие-то материальные вещи. То есть зачем они вообще занимаются какие-то внешними действиями? Могли просто сидеть бы и повторять харинам и все. Но Шрила Прабхупад говорит, нет, мы следуем Рупе Госвами полностью. Вы не можете доказать обратное. И вот Шрила Прабхупад говорит, я иду в Гаудия Матх. Гаудия Матх значит Вриндаван. Если у вас есть возможность находиться внутри Гаудия Матха, если у вас есть возможность находиться внутри Гаудия Матха одну ночь, то вы самый удачливый человек в этом мире. Можете ли вы быть в Гаудия Матхе в течение ночи? С совершенным даршаном, совершенным видением. И тогда будьте уверены, что вы находитесь в настоящем Вриндаване, в Йогапитхе, где происходит служение Радха Говинды, Божественной Чите. Все гопи окружают их и служат им. И такое служение происходит там. И это наивысшее место в этом материальном мире. И какое же это место? Это Гаудия Матх. И сейчас
никогда не пытайся строить никаких храмов. Но Шрила Прабхупад говорит, я не строил никаких храмов. Я основывал эти трансцендентные апракрита мандиры. Я вынужден организовать какое-то место, где все преданные, они могут совершать непрерывные намасанкиртаны. Это место называется Гаудия Матха. Никаких храмов я не строил. На самом деле храм значит то, где происходит поклонение божествам, но Гаудия Матха это не храм. Gaudiya Math, those who are having their desire to do render service, they can have the chance to stay inside Gaudiya Math. Что те души, которые хотят совершать служение для Gaudiya Math, они могут находиться там, совершать санкиртан, служить. Is Gaudiya Math? It's not actually temple. Actually, temple means where deities can stay. То есть Gaudiya Math это не храм, это более. Нечто более возвышенное. И вчера я сказал, что кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, что кто вайшнав, как мы можем опознать вайшнава. И Шрила Прабхупад сказал, смотрите, те, кто пытаются совершать какое-то служение все время, те, кто пытаются совершать служение для Верховного Господа, для Дхамма, для Нама, для Парикара, для окружения Господа, для всего, что связано с Ним, то они... То есть они есть преданные бхакты. How I can know they are devotees? Узнать, что они преданы. Если вы увидите, что они непрерывно пытаются совершать служение. Но любое служение, которое они совершают, наставление Шрилы Джива Госвами Пада, вы должны совершать это служение под руководством Нама Санкиртана, в настроении Нама Санкиртана, с Нама Санкиртана, с непрерывной Нама Санкиртана. Наша Арчана, она, это тоже наивысшая Санкиртана. Шрила Прабхупада доказывает это. В первой шлоке Бхагаватам, Тене Брахма Идайо Адикавайо Майханти Ят Сурайо Тейо Вари Мидам Ятхавиниваном Чичаргахам Ниса Дамна Сену Сада Нираста Пухакам Сатьям Парам Дхимахи. So in first slogan it is written, и в первой шлоке Бхагаватам говорится Сатьям Парам Дхимахи. I mean, Vyasadev Goswami inviting the whole world jiva. Vyasadev Goswami, он писал всех джив. Not singular. You all come. Он зовет всех джив в этом мире. I invite you all. Он призывает всех джив во множественном числе, что мы все можем совершать санкиртан. Vyasadev Goswami говорит. Санкиртан значит. Саттам парам дхимахи ритинг. You are why you are changing this world? No man, I am not changing. То есть там говорится саттам парам дхимахи, но я не меняю эти слова. Я говорю истину. Саттам парам дхимахи. Дхимахи значит медитация. Но Шрила Прабхупад. Topmost Rupanuga Guru Varga. Наивысший среди Рупануга. Он дает нам свидетельство. Он доказывает нам, смотрите, что значит медитация Дьяна. Сатьям парам дхимахи. Баям сарве сатьям паям парам дхимахи. Баям сарве. No singular number. If there is singular number, сатьям парам дхаймо. То есть это во множественном числе говорится, если бы в единственном говорилось, то говорилось бы вот так, как сказал Махарадж.
И Васудев Госвами тоже подтверждает, что то есть то, что говорит Ясадев, тот же секрет, он находится с Рупануга Гуру Варгой. Шрила Прабхупад говорит, что наша арчана Нам Санкиртан is topmost dhyan. Нам Санкиртан это наивысшая медитация. Нам Санкиртан это наивысшая дьяна медитация. Вчера я уже математически доказал, вы помните? Я сказал, что Санкиртан это слушание и памятование. Оно происходит одновременно, это связано вместе. То есть санкиртан, нет, все эти вещи не связаны. Мы слушаем, говорим и памятуем. И поэтому это все связано с Шраванам Киртаном и Смараном. И Шрила Прабхупад хотел доказать это, эти вещи, то, что смотрите, в Кали-югу и Санкиртан – это единственный путь. Kalu, actually, Kritija Dhyato Vishnu, Tetayam Jajato Makhoi, Dapore Paricharjayam, Kalu Tad Harikirtanat. В этой шлоке говорится, что в четырех югах можно найти различные виды баджана, но Шрила Прабхупад хочет доказать нам, что все они едины. Если вы хотите медитировать, то наивысшая медитация – это санкиртан. Я уже из этой шлоки это следует, что в Крите это сати-юга, процедура баджана, медитация была, но эта медитация она полностью совершенна, когда вы совершаете санкиртан под руководством Гуру-варги. Это непрерывная медитация. То есть сейчас я медитирую, верите ли вы в это? И вот в Трое. Автор этой яги, Шрила Прабхупад говорит, что Санкиртан яги наивысшая, никакая другая яги ее не сравнит с Санкиртаном яги. И Шрила Прабхупад хочет доказать, что в Трета йогу был другой вид баджана, но все же может доказать, что в эту кали-югу, если я совершаю это через Санкиртан, но это наивысшая яги. Паричарджаям, и все прочее, что связано, и наивысшую арчану можно совершать через санкиртан. И в эту особую кали-югу, особенно в эту особую кали-югу, когда Кришна он явил себя, и потом он ушел, и Кришна Чайтанья явился опять, и в эту особую кали-югу. Здесь Санкиртана Яги, она наивысшая, не просто в эту кали-югу, во все остальные. И Шрила Прабхупад говорит, это не значит, Шрила Прабхупад хотел сказать, что это не значит, Kritija Dhyato Vishnu, Tetayam Jayato Makhoi, and Dapari Tat Paricharjayam, Kalu Tad Harikirtanat. Prabhupada want to prove this thing, that don't think that in Adha Yuga, individual procedure there, you don't think вы не думаете, что в Сатья-югу, если вы совершаете санкиртан, вы не сможете стать успешными. Что Шрила Прабхупад хотел сказать? Шрила Прабхупад хотел сказать,
Sankirtan in Satya Yuga, I cannot come out Satya, not there. Sankirtan is overall. Sankirtan выше всего. Overall speaking, though всем, there is different procedure of bhajan, есть различные виды bhajan, данные в какую-то конкретную югу, но Sankirtan во всей юге, все время, всегда, Sankirtan, он гарантирует вам успех. И в Трета-югу, и в Сатья-югу, и в Двапара-югу. Если вы будете совершать санкиртан, то ваш баджан он будет более эффективен. To give you the exact sketch line of Gaudiya Bhajan, I mean Sarasvat Gaudiya Bhajan. Gaudiya Bhajan is okay, but if I use this open term, then all Sahajiya can prove we are also Gaudiya. So they are not adopting this procedure, Rupanika Bhajan Sankirtan. So I am bound to speak Sarasvat Gauri. Though this word is perfect, if I can speak up to this point, those, you know, Gauriya, this is just give the exact sketch line of Gauriya Bhajan. But I am bound to speak this way because some Sahajiya can speak this way. We are also Gauriya. So I am bound to speak that Rupanika. То есть почему использовали Сарасват Гаудия Баджан? То есть почему называют это именно так? Поскольку I'm 100% sure that they are not going to come out successful in their bhajan if they like to break this procedure. Now yesterday I told you так, that I like послушал, to give some examples from Vedanta. Вчера я говорил, что я хотел дать вам пример из Веданты. Поскольку Кали Кале нам рупе Кришна аватар. Кришнадас Кавирас Госвами говорит. В Кали Югу Кришна appear in the form of Кришна явился в форме Харинама. Трансцендентного харинама, трансцендентного звука. Каликале нам рупе Кришна аватар. Now how I can understand? И как я могу понять? You will have to give example from Vedanta. Должны привести. In Vedanta, дать пример. Я приведу пример из Веданты. Веданте в пятой шлоке. I would like to give some example from Vedanta and like to prove what Chaitanya Mahaprabhu giving instruction all the same. I like to prove this point. That's why. So, in Bhagavatam also you can find anabriti sabdyat, anabriti sabdyat. Why? Bhagavat, in Bhagavat, 18,000 shlok there. Тоже пример с Бхагаватом, там 18,000 шлок стихов. But the last shlok. Но самое последнее шлока. 18,000 shlok there you can find in Bhagavatam. But the last shlok. И какая же это последний шлок в 12-й части? Last shlok. Anabriti sabdyat aina nam sankirtanam yasyo sarva papa pranasanam pranamo duksha shamanam tannamami harim param. Bhagavat last shlok. Это последний шлок из Бхагаватам. Это Веданте, четвертая часть. Это же шлок приводится. What does it mean? И что значит эти слова? Open instruction given there. Это там открытое наставление о том, что если вы примете прибежище у Пракрита Шабда Брама, у трансцендентного звука, то есть ваше циклическое, то есть ваше круговорот ваших рождений и смертей. Your life going and going, cyclic order, days and months. Enough. 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 Enough.
что сейчас ваше тело, оно временно. Все временно, то есть ваше материальное тело, оно временно. В Веданте говорится, что ваша структура тела, она меняется постоянно, но не всегда мы можем чувствовать это. Но так или иначе, каждую часть секунды какие-то изменения происходят в теле. Но мы не всегда можем чувствовать. Just not permanent structure. Наше тело, оно не постоянно. The structure design, your design and structure, everything, anything, your design and structure, all temporary. But what about the transcendental world? Ну что насчет трансцендентного мира? Там в том трансцендентном мире нет ничего временного. Там все вечно. Там все постоянно. Anavriti sabdhyat mean you are going to stop. В этой шлоке говорится, что вы можете, если вы примете прибежище у Харинам Санкиртана, то тогда вы сможете остановить этот цикл рождения и смерти. И Шукадева с вами, он также говорит Парикшит Махараджа. Что он говорит, что смотрите. Если вы хотите стать бесстрашными, то вы должны принять прибежище у Нама Санкиртана. Если вы хотите стать бесстрашными, то вы должны принять прибежище у Харинам Санкиртана, и он может спасти вас из этого материального мира. И поэтому Шукадева Госвами говорит так. И суть в том, вот с этой шлоки Махараш. Ату пречами сансиддхим йогинам парам гурум Пурушасиха ячарьям мриямайнаса сарватха. If you want to, если вы хотите, Сукадев Парикшит Махарадж putting question. Махарадж спрашивает, hey, Gurudev, о Гурудев, what is the procedure? Какой же путь настоящего баджана? So that I can, come out successful, perfect. I can come out. Чтобы я смог достичь абсолютного успеха. Что же делать? Not siddhim. Не говорится просто сиддхим, а сиддхи значит совершенство. Если в санскритской грамматике, если вы добавите какой-то префикс, то значение этого слова, сила слова, она увеличивается. Например, санкиртан. И поэтому сам сиддхим. Сиддхи это сиддхи. Сиддхи это просто такое обычное слово. Совершенство есть 18 различных совершенств, но здесь говорится сам сиддхи. Сам сиддхи значит. То есть все совершенства можно обрести через санкиртан. И поэтому в Веданте можно найти вот эти слова. И сейчас в Чайтанья Бхагавате, в Чайтанья Чайтамрите мы можем обнаружить ту же самую Сиддханту. Now how we can understand that Sabda Brahma has some permanent, определенная вечная форма. Шабда Брама Харинам Санкиртан, он не отличен от Радха Кришны. Как можно понять? И через Веданта Сутру это можно доказать.
Now five past question is вот первый вопрос из этого следует, что есть материальный звук различный, везде можно найти материальные звуки. Даже под именем Харикатхи Киртана материальные звуки происходят. И может быть по великой удаче вы можете услышать трансцендентный звук. Под именем Харикатхи и Киртана практически везде у вас есть возможность слушать какие-то материальные звуки, не трансцендентные. Очень редко, это Шрила Прабхупада говорит. Это очень редко, если вы очень удачливы. По великой удаче, может быть, вам выпадет удача слышать Апракита Шабда Брамо, тот трансцендентный звук, и он очень редок. И мой вопрос в том, что если материальные звуки везде, есть ли какая-то форма у материального звука? Есть ли какая-то материальная форма? Кто-то может ответить? Yes or no? Да или нет? Is there any shape and design of material sound? Yes or no? То есть если. Yes? You have to prove. Then you prove. То есть если да, то докажите. Can you prove? Yes. То есть в чем доказательство? Материальный звук, у него тоже есть форма. Иначе как это возможно? То есть если это звук, например, записываем, можно потом увидеть его эту форму в цифровом виде, например, или еще где-то. Или, например, кардиограмма. То есть звук сердца, ритм сердца, он записывается в... транскрибируется на бумаге, например. То есть это такой пример материального звука, то есть if not, что у него есть possible. Форма. Раньше, 30-40 лет назад, были эти пластинки. If you put a pin there, the gramophone, you go on playing. Записывали звук, и потом иголка, если вращать этот диск, иголка по нему проходит, то есть согласно этим звуковым волнам, записанным на этой пластинке, звук считывает. То есть из этих примеров можно видеть, что материальный звук имеет форму. Но почему же вы не можете понять, что есть вечная форма того трансцендентного звука Шабда Брамы? Почему вы не верите в это? И поэтому в Веданта Сутре говорится «Икшатена Асадбьям». «Икшатена Асадбьям». Что значит эти слова? «Икшан» значит «смотреть», «видеть». Согласно санскриту и Веданта Сутре, она запрещает нам асадбьям, значит то, что не чистые звуки, поскольку без чистого звука вы не должны, вы не должны смотреть на невечные, то есть вы не должны смотреть на нечистые звуки. That means, on the in different way, if I explain, you are advised to watch that aprakrit sabda. Вам рекомендуется смотреть на тот трансцендентный звук. Если я могу сказать прямо, я могу сказать, что в этой стотре, Веданта Сутре, говорится, что видеть материальный звук запрещено, поэтому вас просят смотреть на трансцендентные звуки. Икшетена асабдям. Икшетена асабдям. Now, икшетена асабдям. That's been апракита сабда. You should follow. И вот из этого следует, что мы должны совершить баджан, следовать трансцендентному звуку, и вы должны обрести силу в баджане, чтобы видеть этот трансцендентный звук апракрита Шабда Брама.
И вот материальный звук вы не должны следовать, поскольку материальный звук он опасен для вас. Он может убить вас, как олени погибают в пустыне. Как, например, охотник, он играет на флейте, и этот олень, он слышит и бежит на этот звук. И вот когда этот олень приближается к охотнику, охотник его убивает. И таким образом мы слушаем какие-то материальные звуки. We say buffalo system. Not buffet system. They are speaking the educated society, civilized society, they are uncivilized. Saimar used to say they are actually buffalo. So not buffet system, buffalo system. Uchista, everybody taking uchista of each other. You know, so this way you see, so everywhere, то есть везде, you know, material sound can put you in trouble. Материальный звук, он может принести вам одни проблемы. Материальная красота, она принесет вам одни проблемы с Бхагаватом. Пример, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав, как эти обычные люди, в какой опасности же они находятся. То есть они привлекаются с какими-то звуками, внешней красотой, прикосновениями. То есть вот эти все пять видов наслаждения. То есть с помощью этих органов, ну, этих объектов наслаждения, дживы, они сами погружают себя в какие-то проблемы. И другая сутра из Веданты. Пятая сутра, и вот это Икшатена Асабьям, и следующая, которая называется Гоуносчет но атмо сабьям. Гоуносчет но атмо сабьям. Атмо сабьо is not inferior sabda. Atma sabda, Atma sabda always have some gravity. У нее есть гоуносчет но атма сабдам. Какой-то вес. Try to remember. Пытайтесь вспомнить. Гоуносчет но атма сабдам. Атма сабдя. Атма сабдья. Атма сабда мин? Это значит, что это значит? То, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел доказать нам через санкиртан атмасадья, значит, нет разницы между звуком и объектом, который обозначается этим звуком. Атмасадья значит, это звук. И то есть на название и тот объект, который оно обозначает, они он не отличаются. Они едины. И поэтому в Веданта Сутре Ведавьяс Госвами он хочет показать нам вот эту шлоку, что атма шабду. У атма шабды есть какое-то значение, она тяжела, у нее есть какие-то трансцендентные качества, форма, качество. Атма сабда is not inferior sabda, it has some gravity, very heavy. That is why Chaitanya Mahaprabhu wanted to speak this thing. И Чайтанья Махапрабху хотел сказать нам. Саддо садан сатта джикиши шагал нам санкиртана пайве сакал. Саддо садан та, what you want to get to саддо садан татта. Саддо садан татта, you want to get something, what is your goal? Через нашу саддану. The same thing you are going to get through нам санкиртана. То есть и через нам санкиртану вы обретете то же самое. That's why, и поэтому в Баджан-Рахасе можно найти Шишилу Бхактивинода Тхакура, приводит такой пример. Махапрабху говорит рай Махашая, о рай. Нам санкиртан калу упай. Нам санкиртан калу упай.
The only procedure. Нама санкиртана это единственный путь, но вы не следуете этому наставлению. Give you instruction, I mean this procedure, followed it by Guru Bhargava. You must do sankirtan. Don't go for solitary life. Наставление нашей Гуру Бхарги это совершать санкиртан. Пытайтесь совершать свои обязанности. Clean utensil, clean temple. This is temple. Where sankirtan going on is temple. То место, где происходит санкиртан, это храм. Это больше, чем храм. I would say. Я могу сказать, поэтому каждый раз ваша обязанность совершать служение, служить божествам. Если у вас есть жена, то есть это ваша обязанность служить жене, поскольку ваша жена – это гуру в чистом даршане, в чистом видении, вы должны служить ей. И поэтому Гуру Кешудас Бабаджи Махарадж, он дает нам наставление, если у вас есть какое-то дух наслаждения или отречения, или неприязни, то есть это тоже плохо в вашем сердце, это тоже какая-то слабость. Почему вы чувствуете неприязнь к чему-то, какую-то горечь? Почему? Поскольку в вашем сердце какая-то проблема. Например, брахмачари, ну, ругается на женщин, выгоняет их, а что это Матаджи что сделала? Но и ругается за то, что она Матаджи. Ну, Матаджи, они тоже люди, они тоже преданные, они тоже могут приходить. А если вы хотите всех там исправить, вы просто глупец. Пытайтесь вначале исправить себя. Это наставление Шрилы Прабхупады. Если вы хотите исправить весь мир, что все делают неправильно, то это очень глупо. So, Prabhupada speaking, Шрила Прабхупада говорит, и моя просьба к вам всем находить недостатки в себе, а не в других. Это обязанность Гуру Варги находить недостатки в ком-то, чтобы помочь им. Зачем вы приняли Гурудева? Чтобы Гурудев показал вам путь, и поэтому Тулси Дас говорит. Садгуру миле бхед батаве. ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश तुलसीदास जी स्पीकिंग ही इज आल्सो गुरु सद्गुरु मिले तोज गुरु भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश नाउ इज वेरी नाइस एग्जांपल है सद्गुरु मिले व्हेन यू आर вот пример когда мы обрели садгуру. Это не так просто, поскольку Тулсидас говорит, без огромного количества сукрити невозможно встретиться с садгуру. И в Бхагаватам тоже говорится об этом. Это очень редко. Очень редко. И вот смотрите, после того, как вы обрели садгуру, вы встретили садгуру, обязанность садгуру дать вам особые наставления о том, что является материальным, а то, о том, что трансцендентное, то, что принесет вам проблемы, и то, что даст помощь баджане. И вы должны разделять между вечным и невечным благом и злом. Но обычные люди не могут так делать. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, зачем вы берете на себя эти проблемы, искать недостатки в других. Это моя обязанность. Я ачарья. У меня есть какие-то обязанности, я должен их исполнять. Почему же вы берете мои обязанности на себя? ज्ञान करे उपदेश गुरुदेव व्हाट ट्रांसेंडेंट गुरुदेव какое же трансцендентное знание
даст вам, через которое вы можете развить ваши отношения, вашу связь с Кришной и избавиться от связи с Майей. И Гурудев, он даст вам дивья гьян, божественное знание. Кайлака майла чуте. Coal tar and core you see is black in nature. Black? Coal is charcoal or coal, all is black. If you touch, you will have to wash your hands. Вот пример, что уголь, например, огонь черный. Then gradually you find that it's growing in you know, like molten gold. То есть он сияет как расплавленное золото. There's no blackness. То есть нет никакой черноты в нем. You can find blackness now. Нет ничего черного, когда он горит, no blackness он сияет. Blackness vanishes. То есть все это черное, все черное, оно ушло. И также Гурудев, когда он дал вам знание, дал возможность совершать баджан. Когда вы совершаете баджан, вы подобны огню, вы сияете как расплавленное золото. То есть в этой шлоке говорится, что подобно тому, как когда уголь горит, он сияет. И нет никакой черноты. И также саду Гуру Вайшнавы, они очень могущественны, они подобны огню. Они могут благословить вас и возвысить вас до их уровня. Но ваше шаранагати, ваше самопредание должно быть совершенно. Два фактора. Есть, если Гурудев не Садгуру, вы не получаете силу. Это может случиться так, что ваш Гурудев не настоящий, и поэтому вы не обретаете должность силы. И второе, что вы не настоящий, вы недостаточно искренне, недостаточно преданы. Ваш Гурудев настоящий Садгуру, как, например, Рамачандра Пури. Мадхавендра Пурипад, его Гурудев, но Рамачандра Пурипад, он не получил никакого блага. Он потерял свой баджан, он начал находить недостатки в Гурварге, не просто в Гурварге, а даже в самом Бхагаване, в Верховном Господе. То есть он начал находить недостатки в самом Верховном Господе. Махапрабху silent, not speaking вот anything. Guru Varga. На Махапрабху он очень смиренный, really, ничего не говорил. No, he is not Guru Varga. Ну, из-за того, что он был старше. Махапрабху хотел этим показать пример Тринадапи. Махапрабху, он хотел стерпеть все эти нападения на него. Но когда кто-то говорил что-то неправильное, пусть Сиддханте, то, что читает Махапрабху, он моментально отвечал. You cannot accept Siddha Swami Bhat. Siddha Swami is a наивысший. He is writing commentary of Bhagavatam by the blessing of Narasimhadeva. Mahaprabhu speaking this way. Mahaprabhu говорит. Swami nahi mane tare besha madhye guni. He is pros who is not going to honor his own husband. He is pros. Swami nahi mane tare besha madhye guni. So heavy Chaitanya Mahaprabhu. But when somebody is going to insult Mahaprabhu, Махапрабху сказал, это Валахачарья, по-моему, был, не расслышал. То есть, если мы не примем Сиддханту Шридхар Госвами Пада, то есть это будет подобно тому, как жена, если она не чтит своего мужа, она подобна проститутке, и так мы, если мы не принимаем Сиддханту нашей Гурваги, то и мы подобны такой жене. Но в то же самое время Махапрабху не терпел никакого отклонения от Сиддханты. Гоуносчет, но атмасабдам. That's mean. Атмасабда. Говорите, что трансцендентный звук, он такой же. The sound and the objective. То есть он звук и тот объект, который он олицетворяет, которым его называем, они не отличны. Как, например, через санкиртан мы можем обрести
Рада Говинда Лилы и все Лилы Господа и все прочее, вы увидите все, совершая Харинам, оно явится. So you have to take center of Sankirtana. Вы должны принять прибежище у Санкиртана. And тон ништо мокхоподеша. Тон ништосе мокхоподеша. Another Vedanta Sutra. Who can get moksha? Следующая шлока. Кто сможет обрести мокшу, освобождение? Избавиться от влияния майи, этого материального мира. Как мы можем освободиться? Майя. How? Как? Тон ништасса мокшоподешат. That means, мокша means материал, значит, материальное, в этом материальном мире. Различные виды баджана есть, которые следуют йоги, гьяни и прочее. И они могут объяснить это слово мокша разными путями. То есть мукша, но вообще, но мы не верим в объяснение, поскольку согласно Гаудия Сиддханте, мукша, я имею в виду, they think мукша means this material maya cannot put us in trouble anymore. Ну то есть если согласно объяснению йогов, мукша это значит, okay. Освободиться от влияния материального мира, и чтобы этот материальный мир он не приносил нам никаких проблем. Но что вы хотите обрести? То есть ничего нет особого. Они просто хотят избавиться от проблем. Шрила Прабхупад приводит такой пример. Например, если вы освободились от влияния майи, то что же дальше делать? After после того, как вы избавились от влияния майи, какие же ваши обязанности? Шрила Прабхупада, никто, кроме Шрила Прабхупада, такого не может сказать, okay, что вы хорошо освободились, но что делать дальше? После того, как освободились, Шрила Прабхупада говорит, что те, кто освободились от влияния майи, они вынуждены упасть в майю опять. Or they can become Mayavadi. If они могут стать Майявади, если они не примут прибежище у Санкиртана. Это совершенно Сиддханта Шрила Прабхупады, но нигде нельзя услышать о них. Suppose you are out of. Например, если вы находитесь вне влияния майя, но все же что же вы хотите? Какое положительное, что положительное, то есть вы освободились от майя. You are out of Maya, but still there is possibility, 100% possibility. То, что вы упадете, это практически гарантированно, или станете майявади, поскольку вы не воспеваете славу Кришны, не совершаете харинам санкиртан. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, после того, как вы избавились от влияния майи, что нужно делать, и это вы должны выяснить в первую очередь, и так или иначе. Мокша значит мукти. Мокша значит мукти. Но согласно Гауди Сиддханте, что имеется в виду под словом мукти? Согласно Гауди Сиддханте, муктир хитва аннатарупам сарупена ваваститите мукти. Муктир хитва аннатарупам сарупена ваваститите мукти. That is the definition of mukti. То есть это определение мукти согласно Гауди Сиддханте. Муктир хитва аннатарупам. By mukti, if you like to submerge with impersonal effulgence, войти в безличное сияние Брахмана, то вы просто глупец. Муктир хитва аннатарупам. Сарупена ваваститите мукти. Саруп means Сварупа, in Chaitanya 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 Chaitamrita you can find this word. Jivir Sarupai Krishna Nitto Das. You hear? Jivir Sarupahoya Krishna Nitto Das. You hear this word? Jivir Sarupai Krishna Nitto Das. Krishna Nitto Das. Of all Jiva, that they are the servants of Krishna. Krishna. You will have to discover this point first. И вы должны обнаружить это. Jivir Sarupai Krishna Nitto Das. Ваше вечное Сварупа, это что мы все дживатма, мы вечные слуги Шри Кришны. Мы не слуги Майи, а слуги Кришны. Будь очень внимательны. Что мы все вечные слуги Кришны. Кришна. Кришна.
You forget Krishna, и когда вы забыли Кришну и привлеклись Майя, и поэтому вы упали в этот материальный океан, и вы получаете огромную боль без всякой видимой причины. Амриту сринанту амрита сапутраха. In Veda it is written, Hey Amrita Saputra, you are the son and daughter, I mean, Putra Amrita Saputraha. Means, you are the son of that Nityarayan Purush. Don't forget that. Nectar is there inside your heart. Этот нектар, эта амрита, она внутри вашего сердца, но вы не можете сами обнаружить ее. И моя обязанность помочь вам открыть это покрытие и показать, что тот нектар, он уже внутри вашего сердца. Это обязанность Гуру Вайшнавов. That is the duty of Guru Vaishnava? Why? It is the duty of Guru Vaishnava. Satsanga prapate punghir bahuvir avak sukriti purvisan purva sanchitai. If sukriti is there accumulated, bhakti munga sukriti, then gradually, если вы накопили достаточно бхактин-мукхи сукрити, огромное количество этого сукрити, то сегодня или завтра у вас будет возможность встретиться с чистым вайшнавом, который может дать вам совершенное руководство. И сейчас суть в том, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел даровать нам. Чирад адаттам нижавитта гуттам са намамрита са нама према са према намамритам ати ударха апамарам же витатара гаурха Кришна янебхьо са смяхам прападье. Чирад адаттам нижавитта гуттам са према намамритам ати ударха. Chirad adatyam nijabitta guptam. There is a own soul property of Krishna, Krishna Chaitanya. Chirad adatyam nijabitta guptam sa prema namamritam ati udaraha apamaram jevitatara gauraha Krishna, Krishna yanibhyo sosmiya ham prapadye. Very secret slok. If I go on discussing, you can go mad. So nice nectarian slok. But no time. Life is very limited. If we go on chanting and glorifying Krishna, whole life, millions of lives, still it is insufficient. Whole life, millions of lives, still it is insufficient. Whole life, millions of lives, still it is insufficient. So you see, there it is written so nice that what Chaitanya Mahaprabhu wanted to give. И вот что Шри Чайтанья Махапрабху хотел даровать нам, хотел даровать нам. This is the topmost facility waiting for you. Он what you are going to relish five kind of rasa with Krishna. Что можно обрести пять видов отношений с Кришной. Парам виджете Шри Кришна Санкиртан. Если вы совершаете Нараян Санкиртан, это не Санкиртан. Санкиртан is only applicable for Krishna, not for Нараян. Можно сказать относительно Кришны, но не относительно Нараяны. So you see. И смотрите. Нама Санкиртан is only possible for Krishna. Возможен только для Кришны. You have the facility. У вас есть возможность, waiting for you. Великая возможность ждет вас. Вы можете обмениваться пятью видами рас отношений с Кришной, не с Нараяной, не с Рамой, ни с кем. Вы не сможете наслаждаться этими пятью расами в полной мере с Нараяной, что мы только служение Дасе. Он не рождается, не умирает, но в смысле не растет. А с Рамой, например, Сакья может быть и Ватсали, и то не полностью.
Какие возможности можно получить, Нарайана Баджан или Нарисимха Баджан? Можно поклониться Нарисимха Деву, побояться его, что-то сделать для него. Но все совершенство можно обрести только, если вы будете совершать Кришна Баджан, и тогда вы обретете вот все возможности. Даса раса, санта раса, оно тоже возможно в отношении с Кришной. В Кришна Баджане она в своей наивысшей степени проявлена. Даса раса также. И самое... И сакья раса, она тоже проявлена в самой наивысшей степени в Кришне. Кришна может играть с пастушками. Пастушки могут даже ездить у него на спине. На спине Кришна. Сидамена паражитаха. By Сидами is defeated. Сидама says, take me on soda. Well, I can take this. And so that with hip, you know, toe, striking on chest. И вот как Сидам, когда он победил Кришну, он сел на Кришну, only Кришна начал его возить. Еще он бил ногами по груди Кришны. То есть такие отношения возможны только с Кришной, не просто с Кришной, с Раджендра Наданом Кришной. Наданом Кришной. То есть даже можно побить Кришну. Даже Кришна ну, может есть остатки вашей пищи, как мой Гурудев, например, было раз, когда рассказывал эту лилу, он смеялся, что эти пастушки, они нашли какое-то высокое дерево, но тяжело было собраться, чтобы сорвать манго на том деревья, и вот они так друг на друга встали, а внизу Кришна был. И вот один пьяныч первый сорвал манго, попробовал передал второму, второй тоже попробовал, передал третьему, третий попробовал, передал четвертому, и потом дали уже Кришне, и Кришна уже съел. И Брама, когда он увидел это, он не понял, что происходит, он не поверил, как это Верховный Господь, он может есть остатки пищи от каких-то пастушков. То есть он не поверил в это. И тем более левая пуща как-то вообще возможно. И поэтому только Кришна он может дать вам эту возможность иметь все виды отношений с ним. Ватсаля раса. Родительская раса. Нанда Баба говорит, что Кришна, можешь ли ты принести мои тапочки? И Кришна положил его тапочки себе на голову и пришел к нему. И принес эти тапочки. Wooden sandal, putting on his head. Papa, I get sandal for you. So nice. So this is called Vatsala Rasa. Only with Krishna you can get this. С Кришной можно иметь такие отношения не с преданными. Почему вы не совершаете Кришна Баджан совершенным образом? Почему вы стремитесь к каким-то материальным расам, материальным вкусам? И после этого Мадхура раса, она наивысшая. Я уже говорил вам снова и снова, что в Шичитане Чайтамрите говорится, что все расы, они совершенны, они превосходны. Например, вы практикуете Ватсаля расу или Сакья расу, то есть все расы, они совершенны для того преданного, который хочет следовать этой конкретной определенной расе, поскольку они все Вайкунтха расы, нельзя их как-то выше или ниже расположить. Но самое великолепное в том, что Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что хорошо, все расы они великолепны в их собственной природе, но если вы подумаете о Мадхура расе, if you are neutral, нейтрально, if you are standing on neutral point, if you like to judge which rasa is most excellent, нейтральной платформе,
То есть из этого нейтральной точки зрения можно выяснить, что Мадхураса, она самая превосходная, но она очень редка. И в этой Мадхураса тоже есть категории. Одна из категорий, то есть согласно материальному, но в материальной точке зрения имеется в виду сакья и паракья. About this point, someday I can discuss if you can prove your quality. Я могу обсудить более подробно, если вы докажете, что вы достойны слушать. But what I mean to say, in South India and in Южной Индии и в прочих местах, в прочих областях саду Южной Индии, то есть люди не могут даже представить что-то о Мадхурасе. Они не признают его вообще. Они думают, что это не авторитетно, очень плохо, что Кришна не может этим заниматься, он духовный Господь. Но для Гаудии мы находимся под руководством Радхарани, и мы можем доказать, что это раса самая-самая наивысшая, поскольку после Мадхурасы мы уже не можем ничего представить. Все расы находятся в Мадхурасе. Я уже говорил несколько дней назад. То есть подобно тому, как эти пять материальных элементов: земля, земля, вода, воздух, огонь, марут, баю, бом, спейс. И пространство. Кити апотеймор бав. То есть каждый. One is related with other. То есть они все взаимосвязаны. И в каждом находится следующий элемент. One that if you find one kitty. То есть, например. Апа. Теймор бом. From бом gradually you can find all tatta. То есть, в общем, суть, что есть первый элемент, из которого уже исходят все остальные. То есть, в пятом находится четвертый, третий, второй, первый. И таким образом, Мадхураса великолепна. Почему? Поскольку все расы можно найти внутри Мадхурасы, понимаете? Что Шри Чайтанья Махапрабху хотел сказать нам, что через Санкиртан, если вы будете совершать Санкиртан, вы обретете настоящее освобождение мукти. Мукти, значит, для нас это служение Сварупа. И какой же обязанность служения? Это слуги служить Кришне. И мы, Гаудии, мы должны думать, что это наша обязанность служить Кришне всем своим сердцем. Всем сердцем мы должны служить Кришне все время. И что Шрила Прабхупада хочет сказать? Who he wants to render service day and night? Преданный, тот, кто хочет совершать служение день и ночь. Want to do something? Он хочет сделать что-то для Кришны, для его имени, для его формы сварупы, для Кришна спутников Кришны, для его окружения. То есть всегда, всегда, если ваш ум всегда занят. Always and every time, without any gapping. Без непрерывно. Всегда, если ваш ум занят в служении, то ваш, то вы сидда махатма, иначе нет. И таким образом, я сказал это на большом собрании, что если вы великий ачарья, если вы не можете, не утвердились в Адвайгьян Таттве, то вы так или иначе вы тогда связаны с материальной таттвой, и вы совершаете асасангу таким образом. Может быть, внешне вы выглядите как какой-то известный ачарья, но материальная концепция, она, материальное осквернение, оно может быть, и тогда вы не совершенно ачарья. То есть те, кто не утвердились полностью в Адвайгьян Таттве, то что это значит? Куда бы вы ни смотрели, вы видите Кришну везде, и не видите никаких внешних форм, ничего внешнего. In that case, и тогда, в этом случае,
когда вы полностью утвердили свою адвагентату, а если нет, то тогда чем больше или меньше ваше сердце осквернено материей. And same thing I told you repeatedly. What I told? И еще что я сказал. Вишашакта читьянам Кришна вишо шудурата. If your heart is contaminated with matter, если ваше сердце осквернено материей, то тогда вы не не совершенный саду, но вы саду, согласно вашему собственному уровню, даже ваш уровень далеко не все могут достичь. Постепенно они могут возвыситься и достичь какого-то уровня. И вот сегодня моя обязанность была в том, чтобы доказать, что Намас Санкиртана – это девиз Гауди Матха, Сарасват Гауди Сампрадай. Я хотел доказать это. И so this way I can prove. Actually, Prabhupada wanted to speak this way. That we shall also do Sankirtan. We must do Sankirtan all the time. Всегда, because through Sankirtan, через Sankirtan, мы можем удовлетворить Sankirtan Pita отца Sankirtana. Махапрабху. Sankirtan Pita, if you like to satisfy если мы хотим удовлетворить родоначальника Sankirtana, Шри Кришну Чайтанью, это единственный путь. For the sense gratification of all the sense organ of Krishna Chaitanya, you must do sankirtan. То есть мы должны делать все для удовлетворения Кришна Чайтанья. И через санкиртан все возможно. Почему? Because now transcendental Харинам is so excellent, you have no power to realize it. Нету. All your sense organs can be engaged in Harinam Sankirtan. How possible? То есть мы не можем осознать всего величия Харинама, и все наши органы чувств, они могут быть заняты Харинам Санкиртане. Они не могут получить никакой возможности уйти куда-то на сторону. Тунде тандоби нироти, битоните тундавали лабдхе, корно кроро кормини, гатайте корно арвридхиасприхам. Чето прангана сангини вияте сарвандианам крити, но яне янита, кьябху амрити кришнете варнаддай. Тунде тандоби нироти, битоните тундавали лабдхе. Who speaking? И кто говорит об этом? Рупа Госвами. Рупа Госвами. Тунде таннумини рутин битанте туннавали лабдхай карна крура караммини гхатете акарнар бидебхяс прихам чето прангана сангини видает бижаете сарвиндриянам критим но яни янита кьят бит амрити кришнете варнаддай радхарани краинг. О, Саки, вот Радхарани плачет, о, Саки, что же делать? My ear, you know, мои уши, going to sound. Они my, стремятся my к тому звуку, мои глаза, они хотят видеть Кришну. My lip, мои уста, они хотят воспевать славу Кришны, и таким образом все мои органы чувств, они... Они стремятся в разные стороны. Я хочу иметь тысячи ушей, тысячи глаз, чтобы видеть Кришну. Сможешь ли ты исполнить мое желание? И на каком, до какого уровня мы должны возвыситься? Сейчас мы действуем как сахаджи, мы не следуем Шриле Прабхупаде, не очень... Извиняюсь, если у нас есть возможность слушать все эти сокровенные вещи, то есть мы должны вести свою жизнь должным образом. Должны следовать. Now, actually, what I started with. Какой шлок я начал? Тадева рамьям ручирам навам навам, тадева сасядаманасо махасавам, тадева сукар навасо санам нинам, ядуттаму слоку ясо анугияте. If you are going to анугияте, анугияте mean? Under the guidance of Guru Vaishnava, под руководством Гуди Вашнава, Фопануга Гурваги, если вы совершаете Харинам Санкиртан, то если это даст вам каждый раз новую расу, подобно вулкану, вся сиддханта и раса явится в вашем сердце.
Tadeva ramyam ruchiram navam nama. Tadeva satsyad manuso manusoma. It is the big feast of my mind. Большой пир нашего ума. What your mind like to get? Sweet bulb or paramanna? Your mind? It is a big feast, it is a big feast. То есть говорится, что для нашего ума это великий пир, великий праздник. Tadeva ramyam ruchiram navam. Tadeva satsyad manusoma. Tadeva sokarnava sosanam niva. What is a grief? You have grief inside your Если pain у вас inside? Есть какая-то боль, какие-то страдания, они все Because уйдут, this is the only solution. Поскольку это единственное решение совершает санкиртан. Ванча Калпатар Васики Басинди Бабаджи, Патитаран Бабана Бабаджи, Йо Нама. If you have any question, you can put. Huh? No question? Dhanuvad, Dhanuvad. I have a question. What the? Jinaru Swarupai Krishna Nita Das. According to Shastra Praman, Guru Shastra and Sadhu, what is the conclusion? Is the Swarup of the Jiva fixed or can by association can it Actually, Swarupa Jiva, она, ну, какая-то определенная или может измениться под влиянием общения с кем-то? Вопрос такой. Но Махарадж говорит, согласно вашему общению, расу можно изменить. Но Jiva Swarupa, она вечна. То есть даси это все. All higher rasa you can get everything. То есть, если даси можно высшие получить, то есть, но даси раса уже есть. Но из-за майя она как-то искажена. То есть, расу, согласно гуру и вашему общению, можно, она может измениться. Но через садгуру можно, если мы, избавимся от влияния майи и совершаем баджан под руководством садгуру, то впоследствии можно осознать свою сварупу. И ваша обязанность совершать служение. То есть совершать уборку, это тоже важно, чтобы почувствовать настроение смирения. Нужно сажать тулуси, ухаживать за тулуси, служить божествам. То есть нужно выполнять какую-то... В общем, совершать какие-то... Because God is about you and giving instruction. It is your duty to cook and offer to Krishna and give this plate to your wife. And after Ruchishti, you will have to take. Все это мы должны. So you are. This is. Делать настроение. Why you are laughing? God is about singing this. So you have to enjoy your life. You are getting this kind of facility. You must enjoy dance. You are actually lucky. This kind of facility you are getting. You are actually foolish. То есть вы должны радоваться каждому моменту. И если вы сможете следовать, как, например, Рамачандра, хотя бы 14 лет, я хочу отправить 14 years lifelong, but 14 years I like to test you. Continuously after 14 years, if you can prove, then you can go for further, take further step. In grihastha life, if you are in grihastha life, if you are in brahmachari life, if you are in sannyasa life, in brahmachari life, 14 years continue, go on doing, and try to prove that I am established. Then we can. Otherwise, I am not going to hear any kind of argument. I know your heart position. Okay, now take. Maharaj. Mataji has a question. How to develop sharanagati? How to develop sharanagati? Actually, how to develop saranagati? It means actually you want to become saranagata.
but you cannot do. То есть мы хотим стать предаться, но не можем предаться. И какая-то проблема в нас, она мешает нам. И поэтому в этом случае постепенно нужно получить совет от какого-то возвышенного вайшнава через чистое общение. Вы должны слушать харикатху. Developing serving mode. Развитие настроения служения, служите чисто вайшнавам. Если вы нет, если они не дают вам возможности, не дают служения, то нужно понять чувство их сердца и как-то исполнить его. Например, мой Гурудев, он никогда не позволял массировать его стопы и готовить для него. Но много другого служения. Смотрите. Кешава Госвами Махарадж, например, он доказал, что те, кто находится с Гуру Вайшнавами, они пытаются доказать, что они великие Вайшнавы, поскольку они живут с Гуру Вайшнавами, мы готовим для Вайшнавов, мы там стираем, массаж делаем. Но это не так. Кешава Госвами Махарадж, Шрила Прабхупад, и я говорю то же самое, такую же сиддханту, например. One father has two отец, sons. У отца два сына. One son вот один сын staying outside, long, thousands далеко of живет за тысячу километров and от отца и исполняет волю отца. А другой сын живет с отцом, но только беспокоит его. Disturbing. He's staying in father. Хотя живет с отцом. Always staying in father. But another son staying thousands of miles away. Отца, he wanted to. Хочет, он исполняет желание отца. Ну, какие-то деньги ему посылает, что-то делает, что хочет отец, и кто же служит отцу? Но обычные глупые люди могут сказать, что кто-то живет с отцом, он служит ему, но нет. Понимаете? My Guru Maharaj gone. И мой Гурудев ушел. And you can see, и можете видеть, что Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, он всегда находился далеко от Гурудева, но все же он совершал 100% севу Гурудеву. Да, физически нельзя найти, что Шрила Прабхупада никогда не готовил для Шрилы Гопишева. Бабджи Махараджа не стирал его одежду. Но он лучший из севу. И Гопи Шрила Бабджи Махараджа, он полностью согласен с этим, понимаете? И таким образом вы должны следовать Гуру Вайшнавам. Какие-то Гуру Вайшнавы, они не могут принимать никакого служения, никого. Они не позволят вам готовить, убирать, массаж делать, еще что-то. Но вы должны делать то, что они хотят. То есть прямо или косвенно вы должны их удовлетворить. Их ум, он нематериален. Они хотят исполнять желания Гауранги, и поэтому ваша обязанность как-то им помочь в этом. И поэтому вы должны быть очень умны и найти, поскольку некие Гуру Вайшнавы, они хотят. Going to bathroom very secretly. То есть они, ну, не хотят свои такие телесные действия, какие есть, спать, входить в туалет, там как-то уединенно, как Шрила Прабхупад, Кешава Госвами Махарадж, мой Гурудев, я тоже не могу есть, например, перед вами, никто не должен видеть. Sometimes, like you can иногда, give example. Например, все читания, перед читанием Махапрабху, все преданные ели, ну, одновременно, но, как, например, Шрила Прабхупад, он ел отдельно, спал отдельно, то есть у него такие, поскольку если кто-то это увидит, у них есть возможность что-то, материальные мысли какие-то могут возникнуть, и поэтому Шрила Прабхупад, он не позволял вам совершить такого оскорбления в его адрес, и поэтому, но есть другое служение. И постепенно, если вы сможете исполнять это служение, вы обретете силу, чтобы
Ваша шаранагати стала совершенно незнанной. Не знаете, что во время дикши все сразу развивают шаранагати. Я уже сказал, что все преданные во время дикши, то есть не все могут стать стопроцентными шаранагатами. Нет, может половина, может меньше, но когда они совершают служение гуру и вайшнавам, то постепенно их сердце очищается, улучшается. И после этого шаранагати значит желание служения, настроение служения. Это есть шаранагати. Поскольку настроение шаранагати, настроение служения, это есть шаранагати. My word is like mathematics. Мои слова подобны математике. То есть, и вот согласно этой шлоке, она доказывает, что если вы будете продолжать служить, ваше сердце очистится. И желание служения, настроение служения, если оно появится у вас, то это есть шаранагати. То есть шаранагати, оно не отлично от настроения служения, и тогда вы сможете совершать харинам совершенным образом. Почему? Поскольку вот, согласно этой шлоке, атах шри Кришна, намади, автоматически харинам явится в вашем сердце. И моя просьба совершать сатсангу, чистое общение все время. Не пытайтесь как-то спорить со мной. Вы пытаетесь судить себя. You can put question, I will have to speak something, you can manipulate something. So why not you think yourself what I mean to say? Сами подумать, ну что я хочу сказать. Otherwise you can manipulate, you can speak something, oh, Maharaj want to speak this way. No, it is your duty. You must be intelligent enough. То есть вы должны быть достаточно разумны, чтобы понять какие-то вещи. I'm not going to criticize anybody. I'm neutral man. Я не хочу никого критиковать, я нейтрален, и моя просьба к вам, что непрерывно вы молитесь о святом общении, плачьте, зовите, молитесь Шиве, Нараде, Нитьянанде, чтобы они даровали вам святое общение. You must go through the Manasiksha. Читайте Упадишамриту Мана Шикшу. Я дальше могу дать вам наставление, поскольку это очень большое, большая тема. Мана Шикшу Упадишамрита. Упадишамрита написано Шива Прабхупада. Рупага Свамипада. Нужно следовать им. Полностью, когда вы сможете обрести святое общение, нужно следовать сочетанию Бхагавати. So anyway, you must do bhajan. You promise me. You will have to promise me. Вы должны пообещать мне, что будете совершать бхаджан. Вы должны дать мне обет, что вы так или иначе вы должны совершать бхаджан. Это мое, моя просьба, моя бхикша. Мое, вы какие-то пранами даете мне, но мое наивысшее пранами это то, что вы будете совершать бхаджан. Дайте такое обещание. Это моя просьба ко всем вам.